Нет, он не пругает, и да, он не пругает меня, он у меня добрый. Баревант, съела джам. Лавэм. Откуда ты? Я с Ростова. Как к езидам относишься? Ну да, нормально. Соседи, да, ты с Краснодара. Блин, где этот рай, где такое чудо родилось? Батайс, ой, спалила. Ростов. Мамина королева. Этно, что? Можешь песню поставить? Ой, давайте сегодня без этого. Потому что. А я с Азова. О! Привет, во сколько лет тебе? Мне 17. Как твои дела? Пойдет нормально. Привет, я Дениска. Прикольно. Маленькая. Ну да. А в чем прикол? В смысле? Привет, как дела? Отлично. Привет, красотка. А я редиска. О, хочу редиску. Ты симпатяшка. Кто-то по нации. Я армянка, 17, мне 15, я думала, тебе 20. Ого. Ну, мне не 20 давали, мне бывало говорили, может, тебе 22? Говорю, нет. Мне 17. Привет, кукла. Просто не разговариваю, очень редко. Ты очень горячий. Тарон, Мария. Hello, I'm from Singapore. Ничего себе. Бразилия. О, блин, я бы хотела туда поехать. Если заболел лимон. Да, я не заболела. У меня хайропитян. Я недавно заболела очень сильно. Вот. И у меня начались проблемы с носом. Поэтому я всегда вот так вот делаю. Вот, надо в больницу сходить. Никак время не найду, чтобы сходить. У тебя есть дети, конечно. Очень много. Я хочу, чтобы мои дети пили. Это случайно не ты, армянка, которая избила трех азербайджанцев? Нет, это не я. Алло, алле, что? Алле, алле, привет. Откуда красотка? Я с Ростова. Ты где? Я дома. А ты где? Милая, спасибо. Да пиши на армянском, понимаю все. Сколько лет? 17. Как думаешь, что будет после смерти? Везет парням в Ростове. Ну да. С учетом того, что я вообще не гуляю, дома сижу целыми днями. Ну ладно. Что будет после смерти? Не знаю, мне кажется. Блин, не знаю. Надо подумать. Наверное, душа человека перейдет, короче, в этот, к другому человеку. Вот. И человек, который родится после твоей смерти, он обретет всю душу, как у тебя, короче. Не люблю я такие эти вопросы. Всем салам, привет. Мой друг ищет себе жену армянку, ну. Дай бог найдет себе, наверное. Выходи за меня. Нет. Я приглашаю в Узбекистан. Ой, нет. Красивый кругляш, хороший, наверное. Мерси. Обсуж. Чё?
да. Салам алейкум. Где учишься? Я в Ростове учусь. Я не скажу, где именно. Откуда-то я с Ростова. Можно тебя украсть? Мне не надо. Есть кто с Москвы? Блин, хотелось бы мне там быть. Научиться в Пекине. На кого? Я на юриста учусь. С детства мечтала. Вот. Нет, точнее, я раньше выбирала между хирургом, вот, который операции делает, вот, и между юристом. Ну, выбрала в итоге юриспруденцию. Почему такая красивая? Не знаю. Так получилось. От Бога она. Ой, как мило. Спасибо. Кассир сервис. О, коллега. Йоу, бро. Привет, красавица, привет. Нет, ну все, подпишусь. Подписывайся, все подписывайтесь. И хочешь стать юристом? Да, я хочу в следственный комитет. Я прям мечтала всегда. Поэтому и замуж не спешу. Живи для себя, ну вот, я же о том же. Привет, прими гостевой запрос. Я иллюзионист, показываю фокусы с картами. Можно? Нет. Я не хочу никого принимать. Лава Симахчик. Лава. Ты пойдешь обязательно в следственный комитет. Ой, я надеюсь на это. Очень надеюсь. Я вообще очень хотела поступить в школу милиции. Вот. Но не получилось. Грустно. Хава, как ты? Блин, кстати, реально, у меня имя у мусульман, это как Хава. Ну, я читала в интернете, не знаю, это правда или нет, но там написано было так. Блин, почему так не очень звучит? Ева красивее. Хайс. Угу. Как погода, плюс или минус? Плюс. Хава, да. Ужас. Можно не надо? Не надо меня так называть. Да, Хава. Ну, хватит. Мне больше нравится Е. Ой. Мне